Всем добрый день, меня зовут Артём Венедиктович Растриженков, я учитель английского языка. Hello everybody, my name is Артём Венедиктович Растриженков and I'm an English teacher. I want to tell you how to do exercise at home. Я хочу вам рассказать, как лучше всего сделать упражнение дома. To do exercise, как вы уже поняли, это заниматься упражнениями. Все мы находимся в изоляции и для всех нас сейчас лучше всего держать форму дома. И это не салат оливье. Лучше всего избавляться. Итак, дальше. Stretching. Stretching слово по-английски значит растягиваться. Stretch, растягиваться. Next. Дальше. To warm up. To warm up is something that you do before exercise. To warm up это то, что вы делаете до упражнения. Это значит разогреться. To warm up. Разогреться. Дальше. Sets. Three sets. Три подхода. Set – это подход. Очень важно. Часто спрашивают, как будет подход. Вот set теперь вы знаете. Next. Дальше. 12-15 reps. 12-15 повторений. Reps – это повторение. То есть то количество раз, которое вы делаете то или иное упражнение. Дальше. To do squats. Squats – это приседание. Вы можете сказать squats или можете сказать sit-ups. В принципе, это одно и то же. To sit ups – это приседание. To do sit ups – это значит приседать. Дальше слово to do push ups. Push up – it means отжиматься. So I push up every day. Я отжимаюсь каждый день. Okay. So let's continue with practice. Давайте продолжим с практикой. Once again, to warm up. Warm up – разогреться. Unfortunately, I don't have enough chances to warm up here. У меня нет достаточно шансов здесь разогреться. I can't run here. Я тут бегать не могу. But I can do stretching. Но я могу заниматься растяжкой. I can stretch my legs. Я могу растянуть свои ноги. So, right leg, правая нога. Left leg, левая нога. So, I stretch my right leg. So, I do it once again. So, it takes some time. Это требует некоторого времени. And so, you have to wait. So you stretch, вы тянете, тянете ногу, stretch your leg. Next, left leg, левая нога. You stretch your left leg. Вы тянете свою левую ногу. So you do stretching. Вы занимаетесь растяжкой. Next, arms, руки, hands. You stretch your hands. Вы растягиваете свои руки. Stretch your hands. Or you can stretch your back. Растягивать спину. So you can also do it at home easily. Вы это также можете делать легко дома. Squats. Приседания. So you can do squats or do sit-ups. Вы можете приседать дома. So you need to do, for example, 3 sets. Вам нужно сделать 3 подхода. With 15 повторениями. With 15 reps. Once again, set. Подход. Reps. Количество повторений. So, for example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 reps. 15 повторений. One set. Один подход. Then you can continue with push-ups. To do push-ups, it means отжиматься. So I will do once again. One set. Один подход. 15 reps. 15 отжиманий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, I did 15 reps. Я сделал 15 раз. So, once again, do some exercise and practice at home. Еще раз делаем упражнение дома. И, конечно же, не забываем о расписании. Всем хорошего дня!